Ну, катастрофы и прочие вещи в августе, я думаю, в этом есть что-то такое мистическое. То есть даже если не брать в расчет катастрофы, которые происходят, вот, например, у меня сколько знакомых умерло, они все умирали в августе. То есть август какой-то месяц неприятностей, он такой какой-то вот в этом плане. Ну и, конечно, ну это я вот на своем личном примере. И, конечно, все эти и наводнения, и все эти и взрывы, и катастрофы там с подводной лодкой. Ну, то есть все в августе. Я думаю, что это, ну... Ну, конечно, во всех бедах, катастрофах и так далее отчасти виноваты люди, но если все это случается в августе, значит, ну, как бы в этом есть что-то такое мистическое.